На связи Вальдемар и его дочь. Мы погнали в Кёнигсберг. Поехали с нами. Будет интересно. Друзья, у вас билета нет, поэтому вы через эндроскоп, а мы так проскочим. Погнали. Так, ну что, вы с нами в деле. Друзья, прилетели мы в прекрасный город Кёнигсберг. Сейчас будем искать наш отель. По отелю отзыва нету, пару фотографий. Первый раз совсем новый отель, глянем, что там. Сюрпризы нас ждут, летели возле туалета. Поэтому есть шансы и с отелем фиаско получить. Вот моя доченька угорает. Старшенькая. Вызвали такси. Одну минуту ожидания. Пойдем его искать. Довольна? Да. Пойдем искать. Пойдем посмотрим. Первый бар наш сегодня. А потом погулять. Ну что, ребятки, кёнигсбергские клопцы и закхаймовская какая-то колбаса. Сейчас будем пробовать. Блюда каждый день будем пробовать разные. Наконец-то мы добрались до вкусной еды. Так, ребятки, посетили мы ресторан Резюит. Очень вкусный. Вкусные напитки у них. Вкусная еда. Пойдем дальше. Нам нужно зайти сейчас в супермаркет. Вернуться в отель. Ну и завтра новый день начнется. Побудем мы здесь всего 3 полных дня светлых и 3 ночи получается. Пойдем дальше смотреть город Калининград. По отелю тут в тапках. А все, все, вам нельзя. Спокойной ночи. До завтра, друзья. Друзья, доброе утро. У нас новый день, и мы начинаем его в бассейне. Так, Тадик, сегодня день будет у нас продуктивный. Погуляем по городу, посмотрим все наши красивые достопримечательности. А пока мы поплаваем. Время у нас сейчас 9 утра. У нас есть часик. Я чуть не испугался. Это противоток. Все. Друзья, вот такой вот бассейн есть в отеле Friday Center. Сейчас покажу. Вот эта вот голубая зона. Здесь где-то 1.60-1.80 глубина. А вот где зеленая, здесь 6 метров глубина.
Очень-очень все чисто. Ребятки, всем доброго утра. Первая наша будет поездочка. Остров Иммануила Канта. Погнали с нами. Будет интересно. Подписывайся. Лайк, дизлайк. Сам смотри, как удобнее. Ну вот мы на месте, на острове Иммануила Канта. Сейчас пройдем в музей, посмотрим, что да как. Погнали. Поднимаемся по очень узкой лесенке. Смазать нельзя. Канта мы посетили, пойдем дальше гулять по городу с моей любимой старшей доченькой. Как тебе, дочь, понравилось? Офигенно, очень круто. Вот спасибо, так. Спасибо, интересно. Выходные с бати в Калининграде, в Кёнигсберге, да как угодно. Друзья, теперь мы отправляемся в Всемирный центр океана. Да. Погнали с нами. We gotta take a night train to the underworld city to rock up this fucking ancient walls. We gotta take a night train to the underworld city to make the streamers turn down in reverse. Я жил здесь, как наши ракеты летают. Здравствуйте, приветствую вас на борту самого знаменитого научно-исследовательского судна 20 века. Звездный глобус показывает расположение звезд зеркально по сравнению с тем, как они нам еще далеко. Вальдемар очень много ест.
таком прекрасном месте. Мы отобедали, ребятки. И пошли выпили. Дальше. И выпили, да. Пошли mm-hmm. дальше посмотреть, что там у нас еще по списку интересного. Мы приехали в жемчужину Кёнигсберга. Это музей. Конечно же, музей янтаря. Пошли смотреть, что там интересно. Так, ну как всегда, вышел с янтарного музея, меня чуть не сбил велосипедист. Музей нужно было посетить. Не скажу, что я прям сильно в восторге от камней, но красиво, да. Янтарной комнаты там нет, но будем надеяться, что она где-то находится, у кого-то стоит в дворце. Очень интересная архитектура. Что самое, одно из самых таких вещей, что я заметил, здесь очень чисто. Мы живем не в центре, ну, с краю центра, так сказать. Но даже там не найдешь мусора, бычка какого-то. Вот этим очень сильно город впечатляет, что прям вот приятно. Сам ходишь, носишь каждую бумажку в руках, ищешь мусорку. Нам пока все нравится. Но это наш первый день. Отличный. Мне нравится. Погода. Ты меня достал врасплох. Океан чем тебе больше всего запомнился? Как тебе курить запретили. Да, там, кстати, на территории сразу сказали. Причем здесь такая фишка. Стоит пепельница, в ней бычки лежат, подходишь к ней покурить, и охранник потом тебе говорит, делает предупреждение, если что, в следующий раз штрафует. Очень много сдается жилья. Немножко мы далеко поселились, но мы сразу смотрели, что нам что-нибудь из отеля. Был какой-то такой интересный отель по фотографиям, необычный. Ну и плюс бассейн, там дайверы тренируются. И с 8 до 10 утра без проблем приходи, купайся. И мало кто об этом знает, даже жильцов, что это у них не рекламируется. Но мы это знаем, мы это прохаванные туристы. Туристы. В общем, пошли дальше гулять, искать на жопу приключений. В хорошем смысле этого слова. Парк развлечений и отдыха. А сейчас, я думаю, пора бы отправиться. Куда едем, дочь? В центр. Что они там творят вообще? Мы на центральной площади. Подходим к Black Star Burger. Кто смотрит за моими видео, знает, что я почти в каждом городе натыкаюсь на них. Не сказать бы, что сильно загружено сегодня, воскресенье. Но так. Чуть по чуть люди сидят. Что, доченька, хочешь сладенького? Смотрите, какая красивая архитектура впереди нас. В общем, друзья, двигаем мы Бранденбургским воротам. Посмотрите, недострой советских времен. Стоит здание бесхозное, ни разу никем не заселено. Ну а мы продолжаем двигаться к Бранденбургским воротам. Такое ощущение, что мы ходим по кругу. Сзади меня Иммануил Кант, а впереди меня, за вашей спиной,
океаны. Погнали к воротам. Ну вот они, те самые Бранденбургские ворота. Конечно, я немножко большего ожидал, но дошли мы, шли мы долго. А вот ворота с другой стороны. Тут немножко получше видно. Брусчатка, рельсы. Ну, в общем, так, впечатляет. Не зря мы сюда протопали целый час пешочком. Приехали в ресторан. Малина. Черный смородина. Облепиха. И хреновуха. Где вы, девушка, поужинали? В Британике. Как вам ужин? Отпад. Че, на 10-бальной? 10-бальной. Ну да, наверное, ты права. У нас воскресенье, 10 вечера. Пойдем искать торговый центр, чтобы купить каких-нибудь сладких вкусняшек на утро. Погнали в какой-то блуд опять очередной. Поехали. Да. Неугомонная. Как на кроватике прям. Надеюсь, у нас все получится. Пошли! Все-таки нашли рабочий магазин, потому что у нас часто вчера происходила фиаско. Ищешь в навигаторе на магазин 24 часа в сутки, он тебе показывает. Доходишь до него пешочком пару километров, а там все. А все, больше нельзя. Так, давай, дочь, что ты будешь? Это не твой товар. Твой товар вот здесь находится. Когда еще в магазине Виктория побываешь? В Калининграде где-то. Кстати, мы нашли еще одну забегаловку, называется Ельцин. Земля ему пухом. Лица с небес не знаю, как лучше. В общем, завтра попробуем прозондировать, загуглить, что это за место. Ищем на Наке, вызываем такси, едем в наш чудный, прекрасный отель. Потому что в 8 утра мы хотим попасть в бассейн. Доча, может, лучше клеем жопу заклеим и все. За окном целый кинотеатр. Пошли посмотрим. Каждый вечер фильмы смотрю, забыл вам показать. Вот так примерно это выглядит. Друзья, новый день. Хорошая погодка, мятная конфетка. Погнали, еще пока не знаю куда. Поеду я сегодня вот с этой прекрасной девочкой. И с какой-то тетей. Первая остановка у нас Филинская. Пойдемте посмотрим на самую верхнюю точку. Что же тут интересно сейчас за вашей спиной. И вуаля. Калининград.
ребятки, это остров Канты, мой любимый. Это типа Кант крутой мужик. Золотишко Кёнигсберга, не желаете? Сегодня сентябрь, погодка, мятная конфетка. Коса. Подходит. Тут эти фанаты скворечников. Кабаны, лисы, все тут есть. Тихо, спокойно. Полный релакс. Вон тут тоже франшиза бабушки Яги. Зайти можно, посмотреть, что там она, чем живет. Взять с собой бутербродов. Домик местного лешего. Ну да, как я угадал, видно. Вон, видите, в уголку прячется. Вылезла, да? Ну, легла и так посматривает. Ни вашим, ни нашим. Танцевальный лес. Тут так хорошо даже деревья пляшут. Мы посетили танцующий лес. Немножко, конечно, впечатлений ожидаться должно было больше. Немножко впечатления были больше перед поездкой, потому что уж очень сильно раскрутили его. Ну а так места очень интересные. Тихо, спокойно, душевненько. Все огорожено, деревья круглые. Вроде танцуют. Так что поехали дальше. У нас еще не конец. Ребятки, это было сложно, высоко, но мы достигли высоту Мюллера. Вон он, Балтийское море. Чего этот Мюллер тут нашел? Да, какого-нибудь. Там помимо Мюллера еще F есть. Как он такой пищевар? У нас сегодня последний день. Начали мы у Канта и закончим мы у Канта. Очень крутой мужик. 3 дня каникул Вальдемара в Калининграде. Пошли поподробнее, посмотрим еще Канта и покатаемся на лодочках. Ну, в общем, по речке, на катере, на пароходе. Чем? Какую-нибудь дрезину угодную найдем, поем, погоняем. В общем, всем советую, кто приедет в Калининград, начинайте сразу с Канта. Сразу получите такие
так сразу получите такое хорошее настроение. В общем, смотрите сами. А через сколько поедете? А там оплачивается? Сейчас, да, прямо на борту. Проходите, присаживайтесь. Мы нашли флотилию. Сейчас поедем. Посмотрим, что там интересного есть на этих каналах. Сейчас Вальдемар за штурвал и вперед. Вы хотите обратить внимание на ломасильные механизмы городского совета? Можно ли пройти по всем 7 мостам, не проходя ни по одному дважды? Тогда Хайзер положил лист на стол, взял перо и написал: приказываю построить 8-й мост на острове Лонзе. Это уже после 30-го заводочирования оно обязательно сводится. Часть рамок в центре линии чуть подальше здания из красного кирпича. Это судно-разведчик. По правому борту большое здание из красного кирпича, и дерзкий юноша украл солнечную колесницу отца. Вот так, господа, в наше нелегкое кризисное время капитан все делает сам. И рулит, и швартует. Ладно, все это шутки. Но опять, по великой случайности, нас высадили возле Канта. Какая-то мистика происходит. Какая мистика? Ладно, пошли в рыбную деревню. Что-нибудь пожрем. Мы в ресторане Кайзерхоф. Сейчас покушаем и поедем, заскочим в наш Friday Center отель и помчим в аэропорт. Каникулы Вальдемара подошли к концу. Спасибо этому прекрасному городу Калининград, отдельно компании Пантера, Юля, Сергей. Спасибо вам за то, что подарили нам такую прекрасную прогулку. А мы поехали домой. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, что не так. А я уехал. Деньги забыл.